Уважаемый господин премьер-министр, уважаемые коллеги, кто уже рады видеть вас в Москве. У нас уже была возможность неоднократно переговорить по нашим двусторонним проблемам, по проблемам, представляющим взаимный интерес на международной арене. Мы очень благодарны вам за то, что вы приняли наше приглашение и приехали в Москву. Отношения между Россией и Японией развиваются поступательно, развиваются в положительном ключе. Мы достигли рекордного уровня товарооборота. Правда, для таких стран, как Япония и Россия, он все-таки, на мой взгляд, еще в абсолютных величинах малого. Ронинкану канкей га тякучицу ни хаттен шицуцу аримасу си, канари кочо де аримасу га, ватащи тачи ва боики дака но кироктекна суйджин о тассей сукото ва декимашта си, тада Россия то Нихон のような大国にとってはその水準はまだ低いであると言えると思います。Но мы живем позитивной динамикой. В прошлом году у нас отмечался рост товарооборота, и в этом году за первые 3-4 месяца такая же тенденция продолжается. 私たちはそのポジティブ的なダイナミックを大事にしておりますし、去年も貿易高は着実に増加してきましたし、今年も第一四半期で増加が見られます。Уверен, что мы сегодня будем говорить о нашим ключевым проблемам по мирному договору между Россией и Японией. Будем говорить о проблемах, достаточно острых проблемах региона в целом. В общем, у нас большой план совместной работы на сегодня. Но еще раз хочу подчеркнуть, мы очень рады вашему приезду в Москву. 私たちは今日幅広く中心的な課題、平和条約問題、そしてアジア太平洋地域全体にとって重要な問題に関する意見交換を行う予定でありますが、今ここで改めて心からご訪問を歓迎したいと思って挨拶をさせていただきます。ようこそ。私は昨年の総選挙で自由民主党が政権を奪還し、再び政権を担うこととなりました。Всеобщий выборах парламента Японии в прошлом году Либерально-демократическая партия победила, и я вновь стал руководить страной. 首相を経て再び大統領となられたプーチン大統領と首脳会談をこうして行うことができる、大変私にとっても喜びであります。Я очень рад, что я снова смог встретиться с вами после того, как вы исполнили обязанности премьер-министра и вновь стал президентом. 第一次安倍政権において、大統領とは3回、首脳会談を行いました。その時のやり取りのことは今でもよく覚えておりますが、今回こうして4回目の首脳会談、楽しみにしてやってまいりました。Когда я в предыдущий раз был премьер-министром, мне довелось встречаться с вами три раза. И я хорошо помню тогдашние наши разговоры, и я как раз с трепением ждал этой четвертой встречи с вами. 日本の総理大臣として10年ぶりの公式訪問となりますが、この10年間、プーチン大統領のリーダーシップにおいて、一つは安定的に発展され、そして堅調な経済成長を達成されました。そしてまた、国際的にも APEC をですね、今般開催されるわけでありますし、国際社会における発言力を高めておられますことについてもですね、改めて敬意を表したいと思います。Мой визит является первым официальным визитом премьера Японии в Россию за последние 10 лет. И за этот период под вашим руководством вы обеспечивали
стабильности и устойчивого экономического роста Российской Федерации. Кроме того, в том числе путем проведения саммита АТС, вы повысили роль России на международной арене. まあ、確かに今大統領がおっしゃったように、まあ、この10年間、日度、まあ、行動計画に、のっとってですね、順調に両国の関係を発展をしております、貿易量においても8倍に増えましたし、また、日本の企業の進出もですね、倍増をいたしたわけでありますし、また、安全保障防衛の分野においても協力が進展をしているということは極めて有意義だと思います。И как вы отметили, в соответствии с японо-российским планом действий за последние 10 лет японо-российские отношения развиваются поступательно. И кроме того, за этот период товарооборот между Японией и Россией вырос 8 раз, и число японских компаний, работающих на российском рынке, стало два раза больше.И помимо этого, между нашими странами развивается сотрудничество в таких широких областях, как безопасность и обороны. И я очень бесконечно рад ход развития наших отношений. Но, しかし, 両国の潜在力が十分に開花されているとは言えないわけでありまして。日本とロシアがパートナー、その協力の次元を高めていくことは時代の要請であり、そのことに両国の国益だけではなくて、地域や国際社会の平和と繁栄にも寄与することとなると思います。その観点からですね、今日は大統領と胸襟を開いてじっくりとお話をさせていただきたいと思います。Тем не менее, потенциалы для нашего сотрудничества раскрыты еще пока недостаточно. Повышение уровня сотрудничества между нашими странами как партнерами является потребностью времени. И это отвечает, не только отвечает национальным интересам двух стран, но и внесет вклад в дело стабильности, процветания этого, нашего региона, а также мира в целом. И исходя из такой общей точки зрения, я хотел бы провести с вами обмен мнениями по душам и неторопливо, в спокойной обстановке. Спасибо.